Иван Андреевич Крылов. Басня «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки, рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок! Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещунья нас похвал вскружилась голова, от радости взабу дыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.